Всем привет, добрый вечер. На связи Юрий Бондаренко, город Новосибирск. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о крупных деньгах и достаточно быстром выходе на серьезные доходы. Это мы сможем сделать за счет двух достаточно редких видов поступлений денежных средств, редких и желаемых всеми людьми, разумными людьми на планете. Это процент от абонентской платы клиентов на продукте массового потребления. Много людей пользуются, платят абонентскую плату, мы будем получать процент. И второй удивительный вид дохода – это проценты от зарплаты ваших партнеров. Ваших коллег, партнеров, подчиненных, как хотите это называйте. Вот таких два вида дохода обеспечат нам долгосрочные, стабильные, надежные доходы с этой компанией. Первые две цифры, которые я назову, они меня очень удивляют до сих пор и очень радуют. Потому что за счет этих цифр мы будем с вами зарабатывать действительно столько, сколько я говорю, очень много. Во-первых, я вам представлю сегодня несколько видов заработка, основных, главных, по которым идут максимальные доходы. Остальные виды заработка вам представит человек, который познакомил вас с презентацией. С этой позвал вас сюда. Первая цифра – это 87% вознаграждений от товарооборота фонда заработной платы. Если брать сетевые стандарты, сетевым языком говорить, то это 87% возврата в сеть от поступающих средств, которые мы платим с вами за замечательные продукты, которым с удовольствием пользуемся. 20 миллионов долларов выплачено партнерам за последние 2 года. Это сумасшедшая просто цифра. Я не думаю, что многие сетевые компании могут похвастаться. Я думаю, что таких компаний крайне мало вообще на планете, которые столько выплачивают своим партнерам за такой короткий период времени. Первый вид дохода, который я вам обещал объяснить, это цикличный бонус, так называемый. План вознаграждения устроен по дуальному принципу. Существует правая ветка, левая ветка, правая сторона, левая сторона. Итак, это процент от регистрации новых партнеров в глубину до бесконечности и от абонентской платы партнеров и клиентов. Абонентская плата составляет $20, она платится, как правило, из полученных доходов, если вы становитесь партнером компании. Цикл производится от регистрации одного партнера в одной стороне и второго партнера в другой стороне. Циклом также считается накопление $200, поступивших от абонентской платы, с одной стороны и с другой стороны. Ограничений в глубину не существует, этот процесс длится до бесконечности, и не важно, кто кого пригласил. Вам достаточно пригласить 2 человек, этот процесс запускается, и если эти 2 человека будут проявлять достаточную степень активности, ваш бизнес уже состоялся. Вот такая простая вещь. Ничего добавить здесь нечего, в принципе, поэтому все очень просто. Далее, процент от заработка ваших партнеров до 100%. Представляете, у вас 10-20-30 человек лично, которых вы подготовили. От каждого вы будете получать ровно столько, сколько он заработает по циклам. Это сумасшедшие деньги просто. В этом случае вас никто не ограничивает. Вы можете пригласить и 2 человека в этот бизнес, и 5, и 10. Но условия таковы. Как только вы пригласите 4 лично человека, со следующей недели вы будете получать от каждого из этих 4 25% от их дохода по циклам. То же самое с вами произойдет в увеличенной степени в 2 раза. 50% от 6 лично приглашенных, 75% 8. И как только 10 человек и более составят ваша личная команда, вам будет платить от каждого человека 100% от его цикличного бонуса. Друзья, это очень большие деньги. Они прикладываются к первым, складываются, и вы начинаете зарабатывать очень серьезные суммы ежемесячно, еженедельно. Поговорим немного о людях, которые за всем этим стоят, кто это все сделал. Билл Старки, президент-основатель. У этого человека очень много бизнесов. iWavy – это одно из его направлений, это его любимое на сегодняшний день детище. Он посвящает очень много времени, силы и энергии. Кроме того, он занимается благотворительностью, он содержит 3000 детей за свой счет. Причем это делает очень много лет, и причем эту информацию он не афиширует. Далее. Он входит в совет директоров очень крупных банков Соединенных Штатов Америки. Он владеет контрольным пакетом акций солидной строительной компании, которая строила офис для Дональда Трампа в Чикаго. Знаменитая вышка, знаменитый офис. В общем, у этого человека очень много видов дохода. Он очень богат, и тем не менее он предоставил возможность нам зарабатывать. Он запустил сетевое направление в этой компании. Не сразу,
в 2011 году. Компания была основана в 2007. В 2011 году было запущено сетевое направление и были приглашены партнеры, которые рекомендуют продукты массового спроса обычным людям. И за это зарабатывают 6 видов дохода, точнее сказать 8. Вот такая идея. Так что эта компания впервые за всю историю интернет, это правда, предоставила возможность зарабатывать людям, которые будут рекомендовать этот бизнес и эти продукты обычным потребителям. За компанией стоят также очень серьезные люди, они являются соинвесторами, совладельцами. Я вам их очень коротко представлю. Это Род Кэнин, Compaq Computers. Это человек очень популярный, известный. Вы можете найти массу информации в интернете. Майкл Стюарт и Дик Конрад. По сути, это люди-пионеры компьютерной промышленности. Род Кэнин создал первые компактные компьютеры, помещающиеся на столе. Когда было запущено массовое производство, его компания сделала $1 миллиард за 12 месяцев. Друзья, этот рекорд до сих пор не покорен ни в одной сфере промышленности. На сегодняшний день этот человек зарабатывает $1 миллион в день. Головняк у него. Я не представляю, куда можно запихнуть $1 миллион в день, который приходит постоянно, ежедневно. Проснулся, $1 миллион лежит. Проснулся, еще $1 миллион лежит. Вот такие люди стоят за бизнесом iWave. Майкл Стюарт имеет прямое отношение к компании Intel IBM. Но эту компанию представлять точно не надо. Вам достаточно посмотреть на свой компьютер, и вы увидите обязательно процессор. Такой маленький шильдик Intel Insight. И так практически на всех компьютерах в мире. Дик Конрад построил 260 заводов по производству таких известных брендов, как Hewlett-Packard и Dell. То есть оргтехники под этими брендами. Эти люди очень богаты, они очень успешны. И очередное детище iWave, очередная компания, также успешна. Она сейчас набирает обороты. И мы в рамках этой компании можем становиться партнерами. И еще раз повторяю, зарабатывать серьезные деньги. В качестве материальных ценностей iWave обладает собственным парком серверов. Это гигантское подземное сооружение. Это 3 гектара площадь под землей, глубоко. Где хранится, обслуживается, обрабатывается и распределяется информация более чем 2000 компаний, более чем 100 стран мира. Это очень серьезная боевая единица в плане связи для очень крупных корпораций, трансконтинентальных, транснациональных и так далее. Ну, судите сами, здесь на слайде вы видите Johnson & Johnson, Ford, United Airlines авиакомпании, служба управления полетами. В то время, когда был ураган, именно сервера iWave обеспечили бесперебойную связь управления полетами и диспетчерскую службу. Так что все, друзья, очень серьезно. iWave владеет в собственности, имеет в собственности этот парк серверов. Коротко представлю продукты, которые созданы по новым технологиям, которые призваны осуществить переход нас с вами на новые способы коммуникации. Благодаря этим технологиям мы теперь сможем друг друга видеть и слышать в отличном качестве многие друзья одновременно, многие люди на мобильных устройствах. Это новейшая технология, которой сегодня не обладает ни одна компания. Это я вам заявляю совершенно точно и ответственно. И на основе этой технологии возможны такие замечательные видеосервисы, как, например, iWave Broadcaster, так называемый. Это ваш личный мобильный канал телевещания в интернете круглосуточный. Вы можете на этом канале 500 человек подключать слушателей, 5 человек в видеорежиме. И каждому из этих людей можете демонстрировать любые документы, файлы, загружать видео, просматривать совместно фильмы, проводить презентации, конференции, делиться идеями, проводить какие-то промотирующие акции. Представляете, какой ценностью обладает этот инструмент? Он превосходит все оставшиеся мессенджеры, которые сегодня созданы. Skype, Viber, WhatsApp. По техническим функциональным способностям он превосходит на порядок. Это новое поколение коммуникационных инструментов. Поэтому, если вы скажете, что есть то же самое, друзья, это не то же самое, далеко не то же самое. Я вам серьезно, ответственно заявляю, как инженер-связист. Что, разберетесь, поймете, в чем отличие. Сейчас на этом останавливаться не будем. Это будет продуктом массового спроса. Сейчас он дорабатывается, доводится интерфейс до нужного, как бы, до необходимых условий для массового выпуска. И мы получим очень скоро этот продукт и будем подключать сотни тысяч, миллионы людей на этот замечательный сервис коммуникаций. Идем дальше. Видеоконференция. Это комната, которая обладает рядом функций, которых на сегодняшний день не обладает ни одна комната конференций в мире. Например, наведя
мышкой на ваше изображение, вы увидите у каждого участника, какой у него трафик, то есть какой у него силы интернет. Таким образом можно отслеживать и предупреждать собеседников о том, что у них слабый интернет, надо перейти на другой и так далее. Вот это функция отслеживания скорости интернета всех участников. Также есть функция записи всего мероприятия. Запись хранится на серверах, вам дается 5 гигабайт пространства. Очень серьезное. Достаточно большое количество, но имейте в виду, что запись всего мероприятия, она очень легкая. Вы можете записывать сотни часов и хранить это на серверах, фабриковать ссылку и раздавать всем участникам. Очень удобно. Далее, 8 человек в видеорежиме. Друг друга видят, слышат в отличном, шикарном качестве. В таком качестве, которое вы видите меня сейчас. Это тоже наш инструмент, которым мы сейчас проводим презентацию. Это iWire Broadcaster. Очень много функций, еще раз повторяю, не будем на этом заострять внимание. Кому интересно, узнаете у людей, которых вас позвали. Видеопочта. Прекращайте печатать тексты, это уже не актуально. Нажимайте на кнопку, включайте камеру и говорите вживую. Прикладываете эту видеозапись к прекрасному шаблону, праздничному, красивому, создайте свой и отправляйте на любой почтовый ящик. Человек получит ваше живое обращение. Кроме того, еще 5 видеороликов вы можете вставить, раскрыть любую тему. Конструктор сайта захвата. С помощью одной мыши, не имея никакого программного образования, вы можете элементарно просто создать свой собственный сайт и даже несколько сайтов, разместить их в интернете, наполнить видеоматериалами, создать форму подписки. Это то поле, в которое человек будет заносить информацию, если он заинтересовался первичной информацией. Он оставляет свои контактные данные, телефон, e-mail и попадает в вашу подписную базу автоматически. Таким образом, с помощью этих сайтов захвата контактных данных, вы можете формировать свою целенаправленную клиентскую базу для того бизнеса, который вы ведете. Этот инструмент подходит вообще для любого бизнеса, абсолютно, чем бы вы ни занимались. Следующая программа, невероятно ценная, это Автореспондер. Это программа автоматической отправки 10 тысяч писем в день, видеописем, именно той целевой аудитории, которая помогает собирать сайты захвата. Итак, друзья, почему именно iWire? Почему именно бизнес iWire? Почему я предлагаю вам это как бизнес? Почему я говорю о больших доходах? Давайте теперь посмотрим факты. Первое. Этот рынок сформирован молниеносно. Это рынок видеокоммуникаций. С 2011 года по 2014 год ниша, которую мы называем видеообщением в интернете, выросла на 300 миллиардов долларов. С 5 до 300 миллиардов с лишним. Это гигантский рост просто. Я приведу вам пример. В 2012 году я нашел статистику официальную по всем сетевым компаниям за 60 лет существования сетевого маркетинга. Друзья, эта цифра составила 167 миллиардов долларов, наработано всеми сетевыми компаниями, их около 10 тысяч на планете за 60 лет. И только за последние 4 года этот рынок вырос с 5 до 300 с лишним миллиардов долларов. Чувствуете разницу? Вы понимаете, где надо деньги зарабатывать сегодня? Я думаю, вы понимаете, где надо деньги зарабатывать сегодня, в той сфере, которая молниеносно растет. Почему? Потому что также молниеносно будут расти и ваши доходы. Это совершенно очевидно. Идем дальше. Посмотрите вот на эти ужасающие цифры. В положительном смысле этого слова. Вот это мессенджеры, которые были недавно проданы. WhatsApp продан за 19 миллиардов долларов. Программа коммуникации 19 миллиардов долларов. Ребята, наполовину не умеет делать того, что сегодня делает уже iWire Broadcaster. Skype куплен Microsoft в мае 2011 года за 8,5 миллиардов долларов. Instagram фотосервис 1 миллиард. YouTube видеохостинг был куплен в 2006 году за 1,6 миллиардов долларов Google. Еще один очень популярный мессенджер Viber куплен японцами недавно за 900 миллионов долларов. Друзья, это о чем говорит? Это говорит о том, что за последние годы сформировался устойчивый рынок мобильных приложений, который приносит мегаприбыли, колоссальные прибыли разработчикам. Так вот, друзья, пожалуйста, будьте внимательны. iWire производит переход на новые способы общения, на новые технологии. Это очередной виток в развитии нашего с вами прогресса. Именно iWire это сделало, потому что это очень сложная технология, они разрабатывались годами, и на сегодняшний день подобными технологиями никто не обладает. А теперь представьте, сколько будет стоить скоро мессенджер iWire
Если он превосходит по функциональным способностям все, что здесь представлено, вы только вдумайтесь, какие обороты, какие клиентские базы у нас будут появляться. Мне ужасно становится от этих цифр. Я уже не знаю, куда я буду девать деньги заработанные. Я не шучу, правда говорю. Я вообще к шуткам не расположен, я человек военный. Серьезный. Итак, 21 век – это век информационных технологий. Хотите вы это или нет, это произошло. Так вот, Айвари – это следующая миллиардная компания. Прошло 5 лет, 5-летний период, когда она разрабатывала технологию, становилась на ноги. Сейчас каждые 2 недели компания готова выпускать новый продукт. Только вдумайтесь, каждые 2 недели будут улучшения, совершенствования, запуск новых продуктов. В декабре нам представят еще 2 новых сервиса, и что нас ожидает дальше, это просто невероятно. Это устранение языковых барьеров на планете. Только вдумайтесь, о чем я сейчас говорю. Переводчик на 129 языков, который устанавливается вот на эту машинку, смартфон. Приезжаете за границу, подходите к иностранцу, подносите свой телефон, программа через Bluetooth будет устанавливать эту программу на смартфон иностранца. Дальше появляется кнопка выбора языка, вы нажимаете на кнопку выбора своих языков и говорите с ним на своих родных языках. Все. Стройте бизнес с ними, дружите, заводите интимные отношения, что хотите с ними делайте. Ребята, мы с иностранцами будем скоро через этот переводчик общаться как со своими, как будто мы их знали 1000 лет. Когда вы такое видели, вообще об этом не мечтали. Этот переводчик создается 7 лет, он доводится до совершенства, он уже почти готов к работе. Когда его запустят, когда полностью протестируют, неизвестно, но в ближайшее время это произойдет. Только один этот продукт, не включая мессенджер, про который я раньше говорил, принесет колоссальные прибыли, он соберет миллионные аудитории. И все эти люди могут быть в вашей структуре и платить абонентскую плату, от которой вы будете иметь целых 2 вида процентов. А теперь давайте ближе к деньгам. Для того, чтобы запустить этот механизм и участвовать в компании, вам необходимо стать партнером. Всего это $250 одноразово. 225 платите за пакет продуктов профессиональных, для того, чтобы им пользоваться, демонстрировать другим, делиться, получать наслаждение. И абонентская плата $20, вы можете просто ее платить из доходов, которые будете получать. Друзья, $250, 2 похода в магазин за продуктами, и вы в бизнесе. А теперь пару сюрпризов для вас. Это еще не все. Самое интересное впереди. Компания выходит на биржу. Пока неизвестно на какую. Возможно, на NASDAQ, возможно, на Нью-Йоркскую фондовую. Но это событие точно гарантированно произойдет. Ожидается это событие выхода на биржу в 2015 году. Но Билл Старки выпустил так называемый пакет акций, будущих акций. Сейчас они называются долевые единицы. Пакет для партнеров. То есть те люди, которые сейчас войдут в команду, войдут в этот бизнес и помогут развиваться компании iVavi в этот сложный период ее становления, все получат акции. Мы имеем уже по 20 тысяч единиц, по 10, по 30, по 40 тысяч единиц долевых. Как только начнутся торги, эти долевые единицы превращаются в акции. Им назначается стоимость. И по этой стоимости в любой из дней вы можете этот пакет обналичить в живые настоящие доллары. В любой момент. Вот смотрите, здесь акция на компании Google. $595 она стоила 18 июля 2014 года. Скрин был сделан тогда. Сейчас еще, наверное, больше. Если у вас 1000 акций Google появилось когда-либо и как-либо, то обналичив ее, вы получите почти $600 000, друзья. А теперь внимание. Буквально через 1.5 месяца произойдет событие, которое полностью прогарантирует юридическими подписями, документами, прогарантирует владение вами вот таких долевых единиц. Если вы сейчас приступите к бизнесу, подсоединитесь к нему, то вы можете для этих долевых единиц заработать еще какое-то количество. Но они очень быстро заканчиваются. Это правда. Их уже раздано больше половины. Сейчас компания iVavi за построение структуры начисляет партнерам параллельно с доходами, параллельно с деньгами, о которых я говорил. Она начисляет долевые единицы, так называемые. При выходе на биржу эти долевые единицы превратятся в акции. И сегодня стоимость одной долевой единицы
уже оценивается в $25 примерно на основании стоимости компании. Еще раз повторяю, она оценена в 2012 году, была в $2,5 миллиарда. Сейчас она стоит, конечно же, больше. С какой стоимостью она подойдет к торгам через год, мы не знаем. Может быть, это будет 5 миллиардов, может 10. Может быть, одна акция в первый день торгов, когда начнется все это дело, будет стоить $30, может 50, может 100, мы не знаем. Но сегодня уже гарантированно она около $25 оценивается. Поэтому, друзья, сегодня у вас есть возможность получить несколько тысяч акций, долевых единиц, до торгов. И когда начнутся торги, в вашем активе на основании этих ценных бумаг будут очень серьезные суммы денег. Я сегодня могу точно сказать, что некоторые партнеры, их уже достаточно много, имеют по 30, по 40 тысяч. Умножьте, пожалуйста, 30 тысяч, например, или 40 тысяч, умножьте на 25. Сколько людей в активе денег сейчас, которые владеют таким количеством долевых единиц? Если вы сегодня подключитесь к компании, у вас будет та же возможность. Вы можете просто резко стартовать и достаточно много их получить. Сегодня, на сегодня, за очень простую работу их начисляется достаточно много. Когда мы начинали в апреле, были худшие условия, чем сейчас. Поэтому долевые единицы заканчиваются очень быстро. Быстро ориентируйтесь, хватайте это все дело под контроль и вперед. Потому что скоро это все закончится и не повторится. Следующее событие из рук вон выходящее в сетевом бизнесе – это стимул. Но это еще, друзья, и серьезные деньги. Если вы достаточно хорошо потрудитесь эти 5 лет, ваша пенсия может составить несколько тысяч долларов. Она может не составить ничего. Потому что она будет начисляться в зависимости от тех усилий и результатов, которые вы за эти 5 лет произведете. Но несколько тысяч долларов эта пенсия составлять может элементарно просто. Я не видел такого вознаграждения ни в одной сетевой компании. Есть в некоторых компаниях, но для того, чтобы выйти на то пенсионное обеспечение, которое они предлагают, я не буду называть, как компании называются. Они говорят о пенсии. Но, друзья, поинтересуйтесь, пожалуйста. Легче 30 лет проработать на производстве, получить 10 тысяч рублей, чем в тех сетевых компаниях работать пенсию. Это точно. Я просто разбирался с этим вопросом. Так вот, Айвави после 5 лет каждому желающему дает возможность выйти на гарантированную пенсию. И самое, друзья, ценное, особенно для скептиков, скажу прямо сейчас, непосредственно в камеру и в микрофон. Через 1,5 месяца все люди, которые будут присутствовать в Стамбуле, лично на встрече с президентом подпишут официальные юридические документы на 100% гарантированное владение долевыми единицами, которые они заработали, и гарантированное обеспечение пенсионное. Далее президент будет передвигаться по разным регионам, и все желающие смогут эти документы также подписать. Это не шутки. Это невероятное событие. Вы только подумайте. Вы можете сегодня полностью обеспечить свое будущее вашим детям. Вы можете очень быстро выйти на ту точку отсчета в вашей жизни, когда вам вообще не придется думать о деньгах. У вас их будет настолько много, настолько достаточно, что в другой сегодня компании вы навряд ли это сможете получить. Я не знаю, я по крайней мере за последние 20 лет в сетевом бизнесе я не встречал таких возможностей. И сегодня вы их точно не найдете. Поэтому думать здесь вообще не о чем. И меня удивляют люди, которые владеют этой информацией, говорят, нам на это не интересно, они больные, что ли. Я вот не могу понять, честно говоря, взрослый человек, я не могу понять парадокс человеческой натуры. Ладно, это выходит за рамки презентации, это так, порыв души, извините. Идем дальше. Что я вам могу сказать в заключении? Давайте резюме подведем. Первое. Айвави – это солидная, серьезная компания. Стратегия прописана на 20 лет. За компанией стоят очень влиятельные, богатые и очень успешные люди, которые сформировали рынок компьютерной промышленности, интернета, мобильной связи. Это очень серьезно, друзья. Поэтому с этой компанией вы можете связать очень много лет своей трудовой деятельности. Это первое. Второе. Редкие источники дохода. За короткий период вы можете выйти на остаточный доход. Пассивный его еще называют. Резидуальный, как хотите называйте, но поработав некоторое время, вы запустите механизм, структуру,
которые будут насчитываться несколько десятков, сотен, тысяч, может быть, даже миллионов потребителей, от которых вы будете еженедельно получать процент от абонентской платы. И от партнеров, которые вы пригласите в этот бизнес, вы будете пожизненно получать процент от их зарплаты еженедельно. Покажите мне, пожалуйста, такие возможности сегодня. Может быть, я о чем-то не знаю, но я, по крайней мере, за 20 лет подобного не встречал. Вот такое резюме этой презентации. Думать здесь особо не о чем. Поэтому обращайтесь к человеку, который вас пригласил. Он вам расскажет все подробности. И, пожалуйста, не шутите с этой информацией. Если вы все это сегодня пропустите, если все это окажется правдой, а это на самом деле правда, то я представляю, как вы себя будете чувствовать, когда со временем осознаете, что вы сегодня пропустили. Поэтому я желаю вам мудрости, принять правильное решение и быть вместе с нами. Это не так сложно. Все, что вам необходимо сделать, это пригласить два человека. Каждый может это сделать. Тем более мы обучаем, у нас есть четкая система действий. У нас есть очень сильная спонсорская поддержка. Компания расширяет штат сотрудников в первую очередь. Сейчас приняты сотрудники-маркетологи, они работают над тем, чтобы нам было легче жить и делать этот бизнес. И очень много других изменений в компании произойдет, следите за новостями. В ближайшее время, в 2015 году, начинается очень серьезный старт этой компании на мировом рынке. Именно в этот момент вам необходимо уже быть подготовленными и с определенными командами. Поэтому не теряйте время, принимайте решение заниматься этим бизнесом и позовите сюда людей. Ну и последняя заключительная мысль, которая называется «Очень жаль потерять». Ну, смотрите, что происходит. Прогресс – такая штука, когда нас никто никогда не спрашивал. Что-то изобретается, что-то внедряется, раскручивается, финансируется, выводится на рынок, и мы с удовольствием этим пользуемся. На машинках начали кататься, мобильным телефоном начали пользоваться. Видеосвязь придет, мы тоже будем ей пользоваться, но вы можете пользоваться либо в качестве партнера со структурами, с миллионными базами, от которых вы будете получать процент, либо вы будете в один, просто один, вот сам по себе, один просто пользоваться. Нет проблем. Выбирайте. Поэтому у вас, в принципе, два выбора. Либо стать клиентом, либо стать партнером со структурой и получать деньги. Вот, по сути, все очень просто. Мне было приятно сегодня с вами находиться. И всего вам хорошего. Будьте мудры, принимайте правильные решения. До свидания. Всего хорошего.